Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на сабельную пневматическую пилу в китайском магазине AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 3 марта 2019 года. Ну, это инструмент такой, у кого есть, допустим, компрессор в гараже, да? А почему бы не купить такую пилу? Всегда под рукой, всегда можно что-то отрезать и по металлу, и по дереву, куда нету доступа. Вот как, допустим, что-то в автомобиле заменить, а нужно гайку или болт тупо срезать, да и все. Так таким инструментом это одно удовольствие. Но с учетом, когда у вас есть компрессор. И стоимость такого девайса $45.50. А доставка в Россию платная $9.47. То бишь, общая стоимость для россиян будет $54.97. Ну вот, лично я бы такой инструмент покупал. Так, смотрим, сколько будет стоить, и вернее, стоимость доставки в другие регионы. Так, мы видим Беларусь. $8.34. Ну, то есть в пределах этого разумного, так сказать. Казахстан. $8.51. И Украина. $8.61. Ну, плюс-минус доставка, в принципе, самое дороже это в Россию. Ну, все цены вы знаете. То есть инструментик такой вроде бы недорогой, вроде бы и дорогой, но это у каждого свой кошелечек, каждый смотрит сам. Так что я считаю, что это достойный инструмент в мастерской. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.